Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Давайте сегодня посмотрим игру, которая называется DC Legend. Я в нее давненько играл. Тут нечаянно наткнулся, что она у меня есть, и решил про нее поснимать маленько. Так, давайте посмотрим, что у меня вообще есть. Вот мои герои, их не так уж и много. Все у нас потом будет открываться со временем. Так, давайте-ка посмотрим, наверное, вот на Бэтмена. Что мы можем сделать? Суперспособности, плюс мы можем что-то к нему добавить. Но, наверное, да, ребят, у нас ничего нету, поэтому шиш нам, а не усиление. Но также здесь можно все это найти. Сражайтесь в боях, чтобы получить больше мета-агента для этого героя. Понятно. Хорошо. А это у нас кто? А, это у нас зеленая стрела, блин. Смотрите, я могу улучшить ливень стрел. Это, ребята, массовая атака. Угу. Давайте-ка, наверное, мы с вами улучшим. Отлично. По крайней мере, у нас это позволяет сделать. Так, что у нас по героям? Написано плюс 3. А что плюс 3? Ага, 1, 2, 3, 4. 4. И что-то мы можем с ними сделать. А вот что? Мне интересно знать. Пометка же не просто так сделана, да? Суперспособности, что ли? Или купить? Оу, Аквамен тут, зеленый фонарь, Бэтгерл. И все стоят, ну, в принципе, не так уж и дорого. Вот это, например, 950 золотых. Давайте купим. Ага. Слушайте, и карточек дают довольно неплохо. 23 штуки дали. Фрагменты героев. Так, возвращаемся. И теперь мы можем ему ранг еще повысить. О-хоу. Так, замечательно. Теперь у него две звезды. Замечательно. А также можем улучшить ему, смотрите, новый удар молота изучить. Или улучшить? Нет, по-моему, да, улучшить просто-напросто. Он у нас уже есть. 2 из 8. Также сила воли, смотрите. Тоже сделаем 2 из 9. Как-то странно, да? Там 2 из 8, а тут 2 из 9. Ну ладно, пускай будет так. Нет, ну вот что мне со своим этим? Не нужно мне никакой оценки сейчас. Так, сборщик заберем. Это у нас что такое? Я уже не помню. Сущность 1800. Видимо, для чего-то нужна она. Так, задание забираем. Из пустоты причем. И мы получаем с вами новый 7-й уровень. Ёлки-палки. Сканер пустоты у нас, ребята, открылся, я смотрю. Мы можем тут еще что-то улучшить при этом. Так, флеш. Меня интересует флеш, ребята. Так, можем ему красная полоса. Ну, давайте сделаем. Так, у нас стало 2 из 9. И скоростной удар тоже будет 2 из 9. Замечательно. Это мы прокачиваем себе способности. Так, опять же у нас герои 2. Так. Что здесь? А, тоже можем мы улучшить способности. Ну, у нас хватает? Хватает, поэтому почему бы не улучшить? Давайте сделаем это все дело. Так, как-то такое ощущение, что она немножко как-то затормаживается. Все это как-то медленно идет. Так, и последний у нас герой. Это, по-моему, да, зеленая стрела, ребята. Давайте тогда последний ему скилл улучшим. Так, все. Надеюсь, больше ничего не будет. Да, ничего нету. И у нас, смотрите, сканер пустоты. Давайте зайдем и глянем, что у нас за сканер-то вообще такой, что он делает. Готово для сканирования пустоты. Сканируй пустоту кольцом Хала и получай редкие ресурсы. Бесплатное. Ну давайте крутанем. Опачки. Награда. И что же это за награда такая, я не пойму, ребят. Какая-то сфера, видимо. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что нам еще выпадет. Да, мы потратили 250 голды. Но, в принципе, пригодится. За счет этих камней мы с вами улучшаем способности себе. Лишними они не будут. Так, ну что, наверное, пора отправиться в компанию, да? И посмотреть. Боссы. Максимально возможные награды. В общем, давайте, ребят, наверное, мы с вами отправимся в бой. 5 энергии нам придется потратить. Ух ты. Давайте-ка мы уберем, наверное, кого-нибудь. Я хочу испытать флеша. Так, а как мне поменять, а? Ага, вот, значит, как. Отлично. Древняя половильня, в которой миллиарды лет назад для охраны вселенной были созданы охотники на людей.
Только не говорите, что я буду с ними драться сейчас. Так, герой с пяти звездами может стать легендарным. Ну, давайте посмотрим. Развалины плавильни охотников на людей. Ух ты! Ну-ка давай, Флэш, надо тебя испытать. На этом герое нет эффектов. Подожди, а как же мне тогда... Ну-ка. Вау! Вот это он наяривает, ребят. Оу! Довольно шустрый малый. Ну-ка давай, массовым. Зеленая стрела. Козырно ты бомбанул. Опачки. Малый урон, к сожалению. Ну что, Бэтмен, твоя очередь, дай пинка. Ага, пинка. Тут целая комбо, елки-палки. Успокойтесь. О-о-о, жарят. Ну что же, фонарик, давай повеселимся молотом. Опа. Шикарно уничтожили. И последний у нас остался. Давай, Флэш. Разберись-ка с ним. Молодчага. Синестра, вам нечего бояться, кроме смерти. А почему он так выглядит, а? Неестественно как-то. Ладно, все равно сейчас получит свое. Слушайте, а Бэтмен довольно сильный, я посмотрю. Ну, не зря он у них якобы предводитель. Так, ну-ка, а так если мы... Опа! На 315 жарили. Блин, я вот не понимаю. Ах, вот оно что. На себя надо применять. Понятно. Да хватит уже, блин, мне стрелу мучить, а? Ну-ка, давай накажем. Да, Бэтмен жарит. Вау! Синестра, ты не припухли, родной, а? Массовым ударом сейчас только что нагрел всех моих ребятушек. Так, ну что, фонарик, продолжаем. 331, неплохо. Это якобы босс, что ли, ихний, да? Ну да, судя по тому, как мы его тут бьем. Довольно крепкий малый. Блин, да что ж такое, ну-ка. Флэш, ну ты... Ох ты! Ничего себе, он два раза может даже сходить. Короче, Синестра сдох. Думаю, что эти призраки — проявления живой тьмы, пришедшие из пустоты. Они копируют души, попавшие в пустоту. Хм, похоже на пиратские копии всеобщей души. И к чему это вы? Так, ну что, ребята, первая наша победа. Поздравляю нас. Вы победили Синестра и выполнили задание. Теперь можете забрать награду. Ну еще бы я не мог бы ее забрать, ребят. Главное, так, что дальше? Ну понятно, понятно, это все. Так, задания какие-то опять дают мне. Две штуки причем. Задание компании. А, это то, что я выполнил. Ух ты, мне 10 карточек дали Синестра. Ребята, это означает только одно, что я сейчас его, наверное, смогу открыть, активировать. Да, да, родной, иди сюда. Мы научим врага бояться, говорит Синестра. Хм-хм. Надеюсь, дружище, ты прав. Так, и у нас опять компания. Бой. Почему-то сразу отправляют. Ну, видимо, так и должно быть. Так, выбираем Бэтмена и ставить нам надо Синестра. Понятно, бой. 6 единиц энергии мы тратим. И отправляемся с вами. Легендарные герои сильнее обычных и обладают уникальным обликом. Хорошо. Так, ребят, что-то долго как-то грузится. Очень долго. Так. Ну и где искать этих твоих космических мальчиков изумрудного города? Мы в мемориальном зале. Здесь увековечивают имена всех фонарей, отдавших жизни в бою. К вопросу об умерших фонарях. У нас тут ночь ходящих мертвецов началась. Ну, не знаю, что у нас здесь началось, но будем дальше продолжать бой, ребята. Так, Флэш, разомнись, малька. Тебе это пригодится. Оу, да ты неплохо разбираешься. Так, минус один. Так, ребята, здесь у нас будут три волны. Это первая волна, я смотрю. Чего там создает? Персональный щит? Хе-хе, он ему не помог. Смотрите-ка, Синистра дает джазу. Так, хорошо прописали. Добьем? Добили. Кто у нас тут? Давай фонарь, жги. Угу. Ну, Флэш его убьет, стопудово. Да, так оно и есть. Да что такое, нет эффектов. А при чем здесь эффекты-то? Мне-то, в принципе, пофиг, что у него там есть. Ну, да, Синестра жгет не по-детски. Мне нравится этот персонаж. Так, Флэш, в принципе, тоже неплох. Да они, честно говоря, все неплохи. Даже тот же самый Бэтмен, который жарит не по-детски своими пиндалями.
Добили? Добили. И остался лишь один. Охотник-перехватчик, а? А ну-ка, получи свое. Блин, я уж думал, сейчас добьем. Нет? Получи как кувалдочкой, братишка. От зеленого фонаря тебе привет. Ха-ха. Замечательно. Довольно легко мы с вами прошли. Победа за нами. И, блин, следующий будешь ли нажимать? По-видимому, да. Так, опачки. А это что такое? Что за... Сила противника 2912. Это говорит о том, что... Ага, вот, у ребят. Блин, не подходят у меня эти герои, представляете? Да, придется нам выйти, отменить это задание, по ходу дела. Так, герои 3 в плюсе. Могу усилить, да? Так, у меня флеш. Смотрите-ка, я могу что-то сюда поставить. Набор криминалиста. Ха-ха. Так, новый уровень. Ух ты, это у нас экспо. Ну, давайте, наверное, ребят, с вами выбирать. А где... А, это мы сейчас набрали и активируем. Ух ты, 5-й левел чувак получает у меня. И я думаю, что теперь его допустят. Естественно, на следующий бой. Так. Все, он даже 7-го уровня у меня стал. Вообще великолепно. Всех практически переплюнул. Всех моих героев. Так, ладушки, замечательно. И Синестра, а что на нем тут отмечается? Я вроде бы ничего... А, у него можно, видите, суперудары повысить. Ну что ж, давайте, конечно же, мы это сделаем сразу же. Слава богу, вот этих камней у нас хватает. Костяная пила выучена. И сила Синестра тоже выучена. До 2-го уровня. Так, ну а теперь-то нас, интересно, пустят в бой. Так, назад. Ага, сборщик. 61 сущность подняли. Задание. А, подожди, что такое? Что ты мне показываешь? Выполняйте ежедневные задания каждые сутки, чтобы зарабатывать награды. И мы тогда с вами разблокировать много чего сможем, да? Хорошо. Мы забираем вот это все. Быстрее пули. Да ладно, опять уровень, что ли? Да, ребята? Мы с вами зарабатываем 8-й уровень. Причем что-то как-то довольно быстро. Это неспроста. Да ладно вам, че? Новый 9-й уровень, ребят, получаем. Офигеть. Ну-ка, что тут у нас за улучшение? Я опять могу их прокачать? Новый левел, да, я получил опыт опять же. Ну, давайте-ка, наверное, на кого-нибудь другого с вами потратим, да? А кто у нас? Давайте, наверное, зеленого фонаря будем улучшать. Ну-ка, новый уровень, экспо. Какого становится он у меня? 4-го. Ну, я считаю, что это довольно неплохо. Он у нас, по крайней мере, тоже проходит следующую миссию. Все, больше ничего нету, к сожалению. Так, у нас испытание героев. Это что такое? Только сейчас открылось, ребята, его не было раньше. Дебют нового героя, да? Супергерой Бэтмена будущего. Так, у нас тут по времени все это идет. Так, один день, 11 часов. Это типа ивента или что? Что-то типа того. Так, опять карта какая-то. Боссы, ё-моё. Что это за горилла такая? Ну, предположим, да, в бой. 8 энергии нам придется потратить. Синестра не подходит почему-то. А этих героев у меня еще нету. Да. Ограничение на выбор героев. И бонус для отмеченных героев. Нифига, ребята, не пропускает меня туда, жаль. А зачем же тогда показывают, не понимаю я, конечно, этой системы. Так, вперед. Ну, это мы только что смотрели. Так. Давайте тогда возвращаться, наверное, с вами. Где у нас обычная... А, вот, вот, у нас обычная компания, ребята. Также у нас задание помеченное. Что такое? Задание компании, забираем. Ох ты, карточка Супермена. 5 штук. Блин, нужно 90, чтобы его открыть. Дороговато стоит у нас Супермен. Тут, смотрите, какой-то чувак будет у нас, смотри. А боссы? Почему боссы Бэтмен? Я что-то не врубился, ребята. Что за дела-то? Ну-ка, давайте-ка мы с вами уберем и поставим Бэтмена. Можно быть таким составом идти или нет, а? Потому что стрела зеленая почему-то у меня не котируется. А втроем вообще можно пойти? А? Давайте попробуем, наверное, с вами. Ваша сила 2266. Так. Давай назад. Тут у нас еще почта.
подарки какие-то по ту сторону смерти. Ну, это нам не интересно на самом деле. Что еще тогда делать-то можно, ё-моё? Только идти в компанию, в которую меня не пускают, получается так? Сущность будет скоро, понятно. Ладно, делать нам нечего. Ух ты, нифига там сколько всего. Че, впустили? А, нет, нет. Ладно, раз никого не дают, давайте пробовать. Так, подожди, лидер Бэтмен. Во, вот так вот оно будет хорошо. И пробуем. Ух ты, пропустили. Но на одного героя у нас с вами меньше. Надеюсь, мы сильно от этого не пострадаем. Так, понеслась. Кто тут у нас? Ну, где эти охламоны, я не вижу. Тут, кстати, ребята, можно даже автобой включить. Также можно ускорить. Я что-то не могу понять, что у нас тут все опять зависло в очередной раз. Загрузка контента. Да. Мемориальный зал. И вот они, упыри. Так, продолжаем. Ух, почти, почти, ребята. Ну давай, Бэтмен, дай ему пинка. Хорошо, хорош, солдатик. Охотник, перехватчик тоже мне. Ну-ка, вот так вот. Ну ты смотри, тоже бьют не слабо. Но у нас хпшек-то больше, чем у них. Поэтому мы выдерживаем эти удары. Один готов. И вот этого надо тоже, перехватчика, уничтожать. Ну-ка. Фонарик бомбанул. Отлично, вторая волна. Теперь их больше стало. Давайте ускорим. Ах ты, смотри-ка, я не могу Бэтмена ускорить. По всей видимости, это ускорение работает только на самого Флэша. Жаль. Ну что, давай добьем. Готов. Так, Флэш, давай, зажигай. Почти, почти добили. Так, фонарь, твоя очередь настала. Бам, кувалды, отлично. Ты смотри-ка, что-то еще выделывается. А у нас, ребята, я смотрю, есть полосочка наверху синяя. Это, по ходу дела, наша броня. Вначале она тратится, да? А потом уже основные жизни. Как-то так. Добили. И последний охламон. Блин, ну Бэтмен жарит, конечно, тоже. Малорик, мне нравится. Довольно крепкий пацан. С виду вы довольно трусливые и суеверные. Так, ребята, а вот он, Бэтмен босс. Будем надеяться, что он не такой сильный, как мой Бэтмен. Что ж такое, что ж за громилы такие, а? Сильные-то. Блин, не упал, а? Опа, опа, ты посмотри, как вражеский Бэтмен. Не говорите, что вы мне сейчас Бэтмена уложите. Нет, этому не бывать. Я не могу этого позволить, ребята. Да ладно, так ми... Ой-ой-ой, боюсь. Не боюсь, ребята, а уже сделано дело. Слушайте, у меня ощущение, что мы здесь проиграем. Чё-то так кажется просто, а. Так, Флэш, ну, сделаешь два... Два, правильно, молодец, умница. Две атаки наносит. Да иди отсюда, громозека. Так, невидимость он себе влепил. Ладно, мы его атаковать не можем, пока не уничтожим вот этого вот хмыря. О, по две атаки пошел делать. Молодец, раздухарился у меня Флэш. Так, фонарь тоже звезданул. Ай-ай-ай, больно. Больно, ё-моё. Все, теперь, ребята, мы можем с вами атаковать Бэтмена. Хоть он и в невидимости, но, извините, врагов больше нет, поэтому остается только он. И Флэш, наверное, его сейчас добьет, нет? Не добил. Не добил, но теперь-то уж точно добьем. Да, кританули даже. Мемориальный зал заполнили мертвые фонари. И на стенах продолжают появляться новые имена. Вот-то охотники решили уничтожить весь корпус сразу. И есть только один способ это сделать. Они атакуют нас прямо у источника, у центральной батареи. Да? И что же это нам дает? Блин, да, Бэтмена... Пришибили, ребят, поэтому мы не получаем 3 звезды, к сожалению, а только лишь 2. Блин, не понял. Я что, могу взять... Я не понимаю специфики игры. Мне не давали, значит, Синестра воткнуть вначале, да? Теперь почему-то дали возможность его поставить.
И причем меня впустили в бой. Вам не кажется это странным, а? Ну-ка. Охотники атакуют центральную силовую батарею. Если она отключится, то корпус обречен. И мы сейчас якобы должны защитить эту батарею, да? Нифига громозеки. Три штуки, блин. Они мощные, по-моему. Ну-ка, Бэтмен, давай в невидимость. Будем их из-под тишка побить. Так, а это что у нас такое? Ага, щит. Да, ребята, я был прав. Наверху синее — это щит. Так, делают провокацию. Блин, теперь мне придется центрального громозеку атаковать. Ну-ка. Оу, как хорошо синее сродило пилы. Пилы — это вещь. Так, отлично. Блин, а чё ж ты второй-то не сделал удар, а? Флэш, ну как же так? Ты же у нас вроде такой боевой парень, должен по два раза атаковать, но нет. Готов? Блин, нет, оглушение только повесили какое-то. Хорошо, давайте, наверное, еще разочек бомбанем. Ну, Флэш, ну давай. О, молодец, малорик. Добьешь? Добил. Круть. Охотник-надзиратель. Что за охотник-надзиратель? Напоминает мне чем-то, знаете кого, ребят? Маленького Таноса. Так, давай-ка. Отлично. И последний остался. Ага, последний, ребят, это только первая волна. Опачки, опачки. Ну, давайте с громилы начнем. Слушайте, он слишком, слишком для меня крут. Блин. Флэш, давай два раза, а, пожалуйста. Нет, нифига. У него как-то рандомно, ребята, это все получается дело. Ты посмотри, опять они все на моего Бэтмена прут. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, а этот еще щит на себя повесил. Ладно, будем продолжать добивать этого хламона. Ага, фонарь. Мало, мало, слабо ты ударил, а. Во, Синестра Малорик зажарил, чувачка. Давайте, наверное, так по порядочку и будем их разбирать. О, вот этот молодец. Бэтмен вжарил что надо. Так, я думаю, что Флэш его добьет. Да, так оно и есть. Ну, да чё вы все на Бэтмена на моего прете, а? Чё он вам не дает покоя? Не понимаю. Ёлки-палки, я только щит с него снял. Так, а теперь, ну, удар ему осталось. И не забываем, ребят, что это только лишь вторая волна. Вау, Синестра молодец, практически все ХП снял. Ну, и Бэтмен добивает. Все, третья волна, кто у нас тут? Ага, те же самые габрики. С самбала, что ли, начать, ребят? Давайте вот с этим, вот с легеньким. Так, пошло, 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 пошло на ускорение. Слушайте, может быть, включить автобой, а, ребят, как вы думаете? А чё париться-то на самом деле? Врубил себе и смотришь, как они разбирают. Так, отлично. Флэш. Так, Бэтмен, жарь. Да, на ускорении как-то оно пободрее все смотрится. Особенно Флэш со своими скоростными ударами. Бум. Четко. Прошли же. Да, на 3 звезды. Блин, дают всякие плюшки такие, а, интересные. Правда, первого уровня пока. Но я думаю, что потом мы узнаем, для чего это все нужно. Так, герои. Опять могу, видимо, усилить, улучшить их. Да, смотрите-ка. Кольцо-аксессуар. Усилить. Опачки, воткнули. Так, новый уровень. Ох, книжек-то у нас сколько? Книжек. Не книжек, ребят, ну вы поняли, короче. Капсулу Экспы. Да. До 8 уровня не дотянул, к сожалению. Так, мне бы... Знаете, кого хочется, ребят? Синестра раскачать. Потому что он сам по себе, так видели, неплохо жарит. А если он будет раскачанный, ух, я думаю, будет врагам очень больно. Какой, 7 уровень у меня получил, да? Ладно, и на этом спасибо. Ну, главное, тут еще, знаете, что я заметил? Что не все герои могут подходить под бои. Как у меня, помните, был облом, да? Бэтмена, видите ли, нельзя взять. А, нет, или Синестры, не помню. Так, опять тут у нас какие-то боссы. Что за чувак такой, а, с одним глазом? Как-то хмырь. Давайте, наверное, проверим, что это за бродяга такой. Может быть, даже его накажем. Опять нельзя Бэтмена взять. Да что? Что ж ты будешь делать? Опять нам, что ли, ребят, втроем идти? Ладно. Пускай Синестра будет у меня лидером. Не знаю, что это дает, конечно, но, видимо, для чего-то это нужно.
Так, нету у меня никаких бонусов и штрафов, так что вперед и с песней. Ух ты, смотрите-ка, Джокер. Легендарную сущность можно получить за сражение в главах 5-8 на героическом уровне сложности. Обалдеть. Площадь цитадели. Так, смотрите-ка, что у нас тут за хламоны летающие. Ух ты. Что вы делаете, а, щеглы? Так, ставим щит себе. И пора с ними разобраться. Круто, Синистра, ты молодец. Твои пилы меня радуют. Блин, вот амбал опять появился. Так, давайте попробуем с мелких. С мелких. Разберем их, а уже потом амбала в конце. Так. Стреляются, пуляются. Блин, как я не хотел, ребята, этого. Но он, видите, повесил на себя провокацию. Теперь мне в любом случае придется его добивать. Блин, а в этот момент эти подхалимы мелкие будут меня разбирать, да, потихоньку? Вот это непруха. Давай, 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 давай. Ай, чуть-чуть не хватило. Ладно, пилы полетели. Этого добьем. И остался последний у нас. Так, третья заключительная волна. Дедшот. Бросаете мне вызов, ваш отряд только что совершил самоубийство. Дедшот. Кто такой? Хм, в первый раз вообще слышу, ребят, про такого, честно говоря. Ладно, я думаю, что мы до него... Че это он там себе повесил такой? Меткость? Или что? Ах ты, ты посмотри. Не-не-не-не-не-не, мне Синистра нужен, ребята. Нужен обязательно. Да ты достал уже дедшот, а? Все, разбираем его потихоньку. Опять что-то нам влепил себе. Слушайте, он довольно крепкий малый, смотрите. Но хорошо, что он не в того стреляет, кого надо. Так. Да. Дурацкие, ребята, автобой, если честно. Ну, я не знаю. Он тупит. Я не знаю почему. Но можно было бы сохранить, конечно. Охотники и их призрачные союзники усиливают натиск, но батарея еще держится. Когда призраки проявляют себя в этом мире, они захватывают часть души своей жертвы. Возможно, я смогу собрать их с помощью магии и восстановить остальных. Ну что же, очередная победа за нами. И как всегда, блин, две звезды, ё-моё. Что за непруха такая? И 10-й уровень игрока. Разблокирован PvP-портал. Вот еще что. Портал PvP-шный открылся у нас. А значит, мы сможем драться с другими игроками. По всему, как говорится, нашему большому миру. Ладно, мы обязательно это посмотрим, да, с вами? Что такое? Эти призраки и охотники на людей когда-нибудь кончатся? Нам нужна хоть какая-то организованность, чтобы сражаться с Некроном. Что, собираем команду? Типа как Лига Справедливости, Хищные Пташки или Легион Суперпитомцев? Мысли глобальнее. Нам нужно создать группы, в которых будут и герои, и злодеи, чтобы они смогли общаться вместе, громить силы Некрона, а может даже получать за это награды. То есть ты хочешь создавать альянсы? Как это будет работать? Хорошо, что ты спросил, Хал. Коснитесь пентаграммы соцсети, чтобы присоединиться к альянсу или создать новый и играть с другими игроками. Понятно, давайте кликнем, посмотрим. Добро пожаловать в альянсы. Ну, тут, ребята, все предельно ясно. Тут нужно создать альянс или вступить уже в существующий, чтобы мы могли сражаться. Так что давайте мы, наверное, никуда вступать не будем. А может быть, нам самим создать? А зачем? Ладно. Пока давайте вот так вот сделаем. Приветствуем вас в нашем клане. Я что, попал? В работяги? Ну, привет, работяги. Так, арена ПВП. И что у нас тут? Турнир призраков. Вперед. Ё-моё, а как тут начать? Бой? Надо нажать на бой. Уровень 10. В принципе, как и у меня, да? Ну, я даже не знаю. Выйти я не могу никуда. Блин. Так, все о ПВП боях турнирах. Ой, тут у нас турнир призраков. Понятно, редкие фрагменты героев можно заработать. Здесь также можно зарабатывать призы. И по рейтингу расти до Лиги Героев. Соответственно, будут ценные призы за победы. И журнал боя, который мы можем потом с вами просматривать.
Также зарабатывать сущность битвы на арене можно. И лучшие игроки топ-100 по всему миру. Че, надо на него? Хорошо, давай. Просмотр. Сила команды. Блотная тварь, химио, Соломон Гранди и зеленая стрела. Что-то долго они, конечно, прогружаются. Не знаю, какие у меня... Ого, вот она как выглядит, болотная тварь. Ха-ха. Так, хорошо, один прогрузился. Ну, а почему все остальные не грузятся? Химио, интересно, что за химио? Химиотерапия, ё-моё. И зеленая стрела, да? А Соломон Гранди это кто? Да что-то слишком... А, во, смотрите, зеленая стрела прогрузился. Слушайте, я не знаю, или это так... Они прогружаются, или опять же у меня с интернетом какие-то проблемы. Ой, это кто? Химио. О, у Соломон Гранди, нифига. Вот это да, какой-то утопленник или Франкенштейн, ё-моё. Так, хорошо. Что опять тут такое? Я не знаю, ребят, с кем тут надо драться, но давайте попробуем. Посмотрите, по мощам вроде бы. Давайте рискнем, фиг с ним. При победе мы получим 30 чего-то. Ух, ё-моё, у него 4. Надо нам тоже кого-то взять. Ну, давайте, наверное, возьмем вот так вот. Хотя Бэтмен бы нам, наверное, был бы лучше. Фиг с ним, давайте, ребята, рискнем, пока. По крайней мере, по силе я его больше, выше. У меня 3000 с лишним, а у него 2 там 900 с копейками. Ладно, давайте глядеть, как у нас пойдут ПВП дела. Мое кольцо засекло здесь странное скопление концентрированной пустоты. Она просачивается в нашу вселенную. Призраки, они прут через разлом. Готовьтесь к бою. Искаженная лечебница, земля неживых. Ого, ребята, вот это да, вы посмотрите, это что такое? Так, блин, ну давай попробуем масухой начали бомбануть. Что-то как-то кисло. Блин, а почему они так убого прорисованы, а? Как двойники, ну, сами видите, да, черно-белые, какие-то невзрачные. Ну-ка, пилы. Черт подери, они какие-то непробиваемые просто-напросто. Вау, кровотечение, вот это он пшикнул кислотой. Что тут происходит, а? Провокация висит. Оу. Фига ты, громозека мощнявый какой. Как же тебя... Как тебя разобрать-то вообще, а? Да. О. Вроде бы пошло дело. А ну-ка. Черт подери, ты посмотри. Обработка ран, пошел, подхилился. Нормально, ребят, что? Что я могу еще сказать? По-моему, мы тут с вами просрем. Это мягко говоря. Так, надо хоть этого пробить-то, чувачка. Он надоел уже. О, флеш-малорик. Удачно все у тебя получается. Есть. Так, погнали далее. Нормулька. Ну, давайте еще вжарим маленько. Что-то там своей кислотой. Он подхиливается, да? Обработка ран. Да что же у них у каждого обработка ран, да подхил есть, да? Почему у меня нету? Фу, отлично. Что, у нас осталась зеленая стрела и химика, или как там, химия. Ну-ка, массовым. Ага. Слушайте, а возможно мы здесь и выиграем. Возможно. Не уверен, конечно, но попробуем. Черт, я... Ага, он в невидимости, я его не вижу, ребят. Так, будем химию тогда разбирать. Опа, один у меня готов. Так, а на мне кровотечение еще какое-то висит, а? Да успокойся ты уже, да колупал просто-напросто. Лечебница Арка. Табличка вон там летает. Ну что же, ребята, первая победа моя. Ух, две звезды. Отлично, плюс 3 и плюс 2 кубка. Итого 5. Вернуться на арену. 30 чего? Что это такое мне дали? Я не знаю. Ну, видимо, для чего-то нужно. Злодей Синестра когда-то был одним из зеленых фонарей. Ну, в принципе, я это и знал. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы будем завершать с вами обзор игры DC Легенды. Всем большое спасибо за просмотр и обязательно увидимся в новых видосиках. А на этом все. Всем пока и удачи вам.
that game.